В Сормовском районе в переулке Союзный сегодня проводился снос незаконных гаражей. Гаражи эти были построены еще в 90-х годах, хотя по генплану развития города на этом месте должна проходить дорога. Здесь будет дорога, эта дорога объездная, будет разгружать движение транспорта по основной центральной дороге проспект Союзный. Она будет двухполосная. Вот эти гаражи мы сейчас убираем, поскольку они самовольные, без разрешения установленные. И убираем вот этот ряд гаражей, который вот здесь. Что хорошего-то? Вот были гаражи, сейчас их нету. Что ж хорошего-то? Вы что там хотели? А как же, конечно, вещи, машины и так далее. Все металлические гаражи, которые мы сегодня перед собой наблюдаем, они являются незаконными постройками. То есть они поставлены в 90-е. В 90-е как таковых правил застройки не существовало, поэтому люди в свободном режиме такие строения ставили. Людей предупредили заранее, чтобы они убирали все. Здесь собаки дикие бегают и бомжи. Зачем это нужно? Ну его перевезем, соберем, в другом месте поставим просто все. Если этого не происходит и владелец просто не выявляется, то есть мы приходим уже, демонтируем в принудительном порядке. Ценное имущество мы описываем. Кстати, если владельцы незаконных гаражей, которые отчасти владельцев так и не объявились, вдруг объявятся, то свое имущество они смогут забрать, но придется оплачивать работы по сносу этих гаражей.